Добрый день или добрый вечер, смотря как у вас. Я Плазма 1945, и я лечу загруженный по максимуму на Су-27 на PvP-сервере Growling Sidewinder. Так что запрыгиваем в кабину и прислушиваемся. Сейчас начнется драка через пару минут. Как у нас тут ситуация? Похоже, наших тут гонят хорошо. И один красавец идет в обход. Мы сейчас с ним разберемся. Один идет прямо на нас, и один идет в обход. Дистанция примерно 50 километров. Вон он. Тут у нас слева достаточно ребят, так что пойдем направо разбираться с тем бандитом. Вот он появился на радаре. На него 60 километров. Берем ЕТ, чтобы быть на чеку. Не надо влупиться в лэп, это будет нехорошо. Если в лэп влупимся. И вот так вот осторожненько подходим к врагу. Нам торопиться не надо, топливо тоже прожигать не надо. Наши там рядом с нами устраивают кишмеш. А мы вот так тихо, спокойно идем и поглядываем на радар время от времени. Красиво лететь в долине. Враги, где вы? Уже близко. Довольно-таки. Global AV делает ноги. И тут один высоколетный красавец на нас идет. Причем очень уж он торопится. Заполучить ракету. А за ним там еще один идет. Давай набираем скорость. Вот наш враг идет прямо на нас. Он один в одиночестве, так что сейчас мы его догоним и пошлем ему в подарок 73-ю. Пошла ракета. Бабах! До свидания, F-14. Все, враг сбит, и мы опять уходим в тину. Вырубаем двигатель и уходим в тину как можно быстрее, чтобы нас не подбили. И проверяем ситуацию. О, похоже, что здесь я остался один. То есть надо быть начеку. Враги тут крутятся. Один идет по курсу, заметил меня или нет, неизвестно. 209-й. Курс набирающую цель. Опять возвращаемся в ВТ. Тот к нам быстро подошел, нас не заметил, поэтому спокойно его 73-й убил, потому что подошел к нему довольно близко. А вот насчет вот этого красавца. Он, конечно, куда-то торопится очень сильно. И уходит очень агрессивно от меня. И идет довольно высоко, похоже. Высоко и быстро. Вот он. Вопрос такой, догнать мне его или не догнать? Оставим его на потом, потому что к нам тут подходят другие ребята. Будем, конечно, держать его в зоне внимания. А вот он пошел на разворот. Ну-ка, на кого он разворачивается, интересно? Надеюсь, не на меня.
Как бы не так, но кто-то меня тут подсвечивает с другой стороны радаром. Довольно агрессивно. На меня тут идет, а я его не вижу. И это нехорошо. Так что уходим. Главное тут работать умно. Берем ЕТ и ставим горы между нами и врагом, который подходит слева. Он идет довольно высоко. Так что сейчас будем набирать высоту и пулять в него ракету. Главное пройти так, чтобы он меня не заметил. И надо набрать высоту. Это тоже важное дело. Он уже где-то совсем близко идет. Ну-ка, вертикальный захват. Вот он, красавец, идет. Набираем высоту, максимальный форсаж. 3, 2, 1. Пуск. Ракета пошла. Он начинает выворачиваться. Пускаем ЕТ. Он агрессивно уходит. В меня уже летит ракета с Земли. Уворачиваемся. Вырубаем радар. Мы всех тут хорошо шуганули. Теперь главное не получить ракету в пятую точку. Где-то совсем близко проходит ракета Хок. И вот у нас враг идет на нас. Пуск. Давай, 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 давай. Бери врага. Бери, 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 бери. Уходит. Прекрасно. Разворачиваемся на этого. Вот он идет низко. Идем вниз к нему. И послаем ему 73-й в подарок. Сейчас сделает свое дело ракета. ЕТ-шку вдогон. Ребят, тут психует уже. Кто-то такой тут вылетел, стреляет, убивает. Ну-ка. Прекрасно, есть попадание. Делаем разворот. Ищем, ищем. Вот он, еще один вышел. 73-е. Он идет довольно близко. Прям по курсу. Надо поближе, поближе, поближе. Максимальная скорость. Проходит. 3, 2, 1. Пуск. Вдогон. Меня он засек. Сбили 16-й. Крутимся. Тут красавец у нас вот он. Он от нас ноги делает. Рубаем радар, ищем. Кто где когда. Все еще более-менее хорошо. И ставим щиток против солнца. Вот он, конечно, высоко и далеко ушел. Ну-ка, смотрим на карту, как у нас тут ситуация. Никого рядом нету. Ну что ж, погнали за ним. 200-й, 109-й, дайте курс на ближайшую цель. Он идет быстро. Опа! А вот проходит враг. Да, это враг, на карте никого нету. Где он тут? Прям только что мимо меня прошел.
прошел гад один, прямо на меня. И куда-то смылся. Куда он смылся? Ищем. Вот он. Есть. Идет на меня. Ну-ка, давай. Это он или не он? Может быть, это даже не он. Он пошел низко и прям буквально. Вот он. Нет, это тоже не он. Ситуация не самая красивая. Как у нас 3500 литров. Врага не видим. Он где-то тут прошмыгнул и пропал. Буквально прошел по носу у меня. Кто это был такой, я не знаю. Это нехорошо. Ситуация довольно опасная. Откуда он взялся и как он тут появился так агрессивно? Уже 100% был враг. Проверяем пятую точку. Никого нету. На всякий случай накручиваем тут виражи. Если он пытается меня тут красиво пристрелить. Такого нельзя разрешать врагу. Ага, вот кто-то идет. Это он или нет, интересно. Не он. Кто-то другой и очень даже торопится. Ну что ж. У нас есть пачка ЕРов. Мы сейчас с ним разберемся и пойдем домой. Все равно высоту набирать. Домой лететь. Подходи. Пуск ракеты. У него начинается паника. Он тут очень должен быть озабочен сейчас. Его кокнут. И делаем ноги. Жмем цифру 11. 1. Вот наша добрая база. Развиваем как можно быстрее скорость. Мы набрали классную скорость. Высоту набрали офигенно быстро. Фух. И валим. Ракет совсем почти нету. Выключаем излучение. Кто-то сидит. Что ж скажет Аваксном? 209. Курс на ближайший... Он меня 100% ведет. 1500. На 1500. Ему еще до меня подниматься и подниматься.
28. Дай информацию. Скорость есть. Двое тут за мной гонятся. И уходим в тину. Пересекли горы. Наш тут прикрывает нас. Все хорошо. Ситуация. Сбили четырех. Потратили 4. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ракет потратили, чтобы сбить 4. Не, конечно, не самая лучшая растрата ракет, но бывает хуже. 111 километров, 2000 литров, нормально. Очень даже. Главное, чтобы никто не догнал и не поставил мне ракету в пятую точку. Посадка у меня по курсу. Ладно, красавец, у меня по курсу посадка, все прекрасно. Жмем H, чтобы он держал высоту. И как называется, можно отдыхать. Как она сделала сзади. Все хорошо, все прикрыто. Работаем спокойно. 200-й. Ближайший враг. Километр 100 сзади меня. 109-й. 80 километров. А до базы сколько осталось? 80 километров. Прекрасно. Как у нас тут работает наш друг. Пуляет всякие ракеты. В одиночестве тут крутится. Все растратил. Ему домой надо. Молодец, подбил кого-то. Даже можем парочку ракет назад на базу привезти.
Кто у нас еще летает? Вакс наш. Китайский бензозаправщик. Еще один бензозаправщик. И вот мы летим очень спокойно и очень красиво. Видно базу нашу. Она вон там где-то. Как раз по курсу. Ребята работают с врагами, которые у меня на пятой точке сидели. Отстреливаются AIM-120-ми. Сейчас кому-то достанется. Это он тоже в ответ что-то пустил и сам ныряет. Кому-нибудь F-14, наверное. Оба-на. Что тут происходит? Оба. Это F-14, наверное. Нет, F-18. Все, сбили. До свидания. До свидания. Вырубаем автопилота. Возвращаем трим в нейтральную позицию. И ищем нашу базу. Ладно. Смотрим, как у нас тут дела на базе. Мэйдэй приземлился. Эй, самолет, что делаешь? Куда ты нахрен гонишь самолет? Ты что, пинил? Самолет явно офигел. Вот так вот, осторожненько. Спускаемся к нашей базе. Посмотрим на базу. Горелка приземлился. Мэйдэй приземлился. Все хорошо. Совсем до базы близко, 10 километров. Врубаем тормоз. Шасси, подкрылки. Красиво. Заходим на посадку. Все, приземлились. И никто к нам не выехал навстречу. Проверка самолета, все шасси на месте, выглядим хорошо. Красивые мы очень ребята. Все, приехали. Придурок что-то вытворяет совсем стрёмное. Слушай, такой психбольной. Алекс какой-то.